Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 57-й серии турецкого сериала «Клюквенный щербет». Ранее мы увидели Алев, которая приезжает в дом семьи Юнал. Фатих срывается на женщину. Он интересуется, кто она вообще такая, раз решила, что может прийти к нему домой и начать упрекать его. Его также злит, что Алев позволила себе занять за столом место его отца. Он готов броситься на женщину, но его оттаскивают от нее. Пембе дает указание подготовить для женщины комнату. Нурсема рассказывает Умуту, что Алев переехала в их дом. Мужчина, неверующий, смотрит на нее. Сначала ему кажется, что она шутит. Но когда он понимает, что это не так, то называет Алев сумасшедшей. Алев встречается с Пембе. Женщина смотрит на любовницу своего мужа, не скрывая своего к ней презрения. Пембе уверенным тоном говорит Алев, что она не сможет свергнуть ее и стать новой госпожой этого особняка. Но Алев не спорит с Пембе. Она говорит Пембе, что нужно подождать и посмотреть. Омеру приводят мужчину и ставят его перед ним на колени. Омер называет своего пленника смелым мужчиной. Он не собирается убивать его. Он лишь делает ему последнее предупреждение, которое тот должен послушать. Омер хочет, чтобы он держался подальше от Кевелджим. Умут рассказывает Алев, что они скоро переезжают. На работе Нурсемы тоже узнает об этом. Коллеги просят ее не уезжать, не портить свою жизнь ради другого. Алев говорит Пембе, что Абдуллах любит ее. Пембе обещает, что она покинет этот особняк в слезах. Алев таким угрозам совсем не напугана. Премьера 57-й серии турецкого сериала «Клюквенный щербет» состоится 29 марта.